Я очень счастливый человек. Тяжелое детство и все равно счастливый человек. Его боевыми подвигами гордится вся страна и, конечно, Самара. Память о Владимире Ивановиче, который прожил долгую жизнь и всегда служил примером как для своих товарищей, так и для молодежи, продолжает жить. Уход из жизни почетного гражданина Самарской области стал для региона невосполнимой утратой. Губернатор Дмитрий Азаров отметил в своем соболезновании, что ни одно значимое событие региона, связанное с военно-патриотическим воспитанием молодежи, деятельностью ветеранских организаций, не обходилось без участия Владимира Чудайкина. О почетном гражданине региона продолжают рассказывать школьникам и студентам на классных часах. Практически каждый самарец знает о подвиге Чудайкина при взятии Берлина. 1 мая 1945 года танк сержанта Владимира Чудайкина в составе штурмовой группы двигался впереди наступающих подразделений, уничтожая огневые точки противника в здании Рейхстага. Владимир Иванович был ранен и контужен, но остался в строю, а победу встретил уже в госпитале. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года Чудайкину было присвоено звание Героя Советского Союза. Когда сообщили, что закончилась война, все мы больные, даже лежачие, которые были, и то старались раненые подняться, выйти на улицу. День очень солнечный был, вышли на улицу, праздновали вот такой День Победы. После госпиталя я прихожу в свою часть, командир батальона Ярцев говорит: мы тебе представили звание Героя Советского Союза. Владимир Чудайкин продолжал вершить добрые дела и в мирной жизни. После окончания войны до 1950 года Владимир Иванович служил в вооруженных силах СССР. После демобилизации в звании старшины пришел трудиться на Куйбышевский металлургический завод, где проработал около 40 лет. Общий трудовой стаж Владимира Ивановича 56 лет. Он много работал в ветеранском движении и передавал свой опыт молодежи. До конца своих дней активно участвовал в жизни региона. Владимир Чудайкин был одним из первых, кто предложил присвоить Самаре звание «Город трудовой доблести». В июле губернатор Дмитрий Азаров встретился с героем социалистического труда, почетным гражданином Самарской области Максимом Аваденко. Были намечены планы по созданию памятных композиций, посвященных памяти Владимира Чудайкина. Мария Левина, «События».